Приветствую вас на канале The Waved. Здесь мы говорим о трейдинге и инвестициях, а также даем профессиональную аналитику, которая поможет вам получать отличные результаты в своей торговле. Упадет цена или поднимется? Где войти и выйти из позиции? В этом видео вы абсолютно бесплатно узнаете все это, а также увидите, как работают уникальные торговые стратегии, аналогов, которым нет на рынке. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня мы с вами рассмотрим объединенная авиастроительная корпорация. Разберем рыночную ситуацию и узнаем, как на этом можно заработать. Давайте начнем. Мы всегда начинаем свой анализ с глобального взгляда на рынок, поэтому давайте откроем месячный таймфрейм. На нем видны все основные направления тренда и ситуацию, которая сформировалась по инструменту. Мы построили разметку лучей с помощью линии индикатора The Waved Helper. Они показывают глобальное направление цены актива, зоны поддержки и сопротивления. Далее мы расскажем о них более подробнее. Теперь перейдем на месячный таймфрейм и посмотрим, что происходит на нем. Нужно сразу сказать, что вся аналитика в этом видео основана на премиум-версии торгового индикатора The Waved. Он доступен по подписке в трех вариантах. Версия Pro с минимальными настройками подойдет для начинающих. Мастер с настройками своих стратегий дополнит инструментарий для большинства трейдеров. И самая мощная версия Premium, которая создана для профессиональных инвесторов и трейдеров. Давайте откроем недельный таймфрейм. Здесь мы рассмотрим уникальную стратегию нашего индикатора. Она показывает серьезные просадки в цене актива и дает сигналы в тот момент, когда цена имеет большое отклонение. Голубая область на графике показывает средний ценовой диапазон актива. Сигналы даются, когда цена опускается ниже или поднимается выше этой области, а значит можно войти в актив с максимальным дисконтом. Вам нужно лишь дождаться сигнала от индикатора и открыть позицию. Область формируется только в графике более 250 свечей, поэтому если это фьючерсный контракт или другой новый актив, возможно, на недельном графике этой области еще не будет видно. Мы поговорим о ней на других таймфреймах. Откроем недельный график и разберемся. Индикатор нам присылает 6 видов торговых сигналов по стратегии. Покупка, продажа, а также выходы из позиций long, short и take profit. Подробнее о каждом из них вы можете узнать, посмотрев обучающие видео по работе с индикатором, которое доступно в отдельном плейлисте на нашем канале. На этом мы сейчас не будем останавливаться и перейдем к аналитике. Следующий график, который мы откроем, это дневной. Стратегия, что мы рассматриваем, так же как и недельная, показывает суперсигналы при больших просадках актива. Торговые сигналы вне голубой области говорят о самых выгодных точках входа в актив. Взгляните на построенные лучи Ганна и как они выступают важнейшими линиями поддержки и сопротивления абсолютно на всех временных интервалах. Здесь мы видим, как цена движется в направлении этой разметки. С помощью пересечения лучей можно очень четко определить точки разворота, а получив сигнал от индикатора, войти в отличные сделки. Теперь начинается самое интересное. Это дневная стратегия, которая максимально информативно нам дает мощные торговые сигналы. Кроме этого, как вы уже могли заметить, индикатор отображает на графике VSA и паттерны, отмечая их треугольниками разного цвета. VSA и сигналы – это уникальные паттерны, найденные с помощью многолетней работы в трейдинге и работы искусственного интеллекта. С их помощью вы будете в курсе того, какие настроения преобладают у крупных игроков рынка и каковы их намерения относительно актива. О VSA вы также можете узнать подробно на нашем сайте, а мы перейдем к аналитике сигналов. Последний сигнал на покупку по этой стратегии был дан 21 марта. Цена актива на момент входа в сделку составила 0,495. Наши цели по этой сделке следующие. Тейп профит выставляем на 0,819 и стоп лосс ордер на 0,348. Двигается по направлению сигнала, и мы в плюсе уже на 74 и 73. Как предыдущая сделка закрыта по стопу, ведь мы вошли в позицию с хорошим дисконтом. И если мы посмотрим немного назад, то что отличного сигнала, что принес нам 100% прибыли, мы закрыли одну сделку по небольшому стопу и снова вошли в покупку. Отлично, что наша стратегия имеет к 7 и позволяет легко справляться с небольшими потерями. И самое важное, что хочется еще отметить, это что цена последнего входа в позицию ниже предыдущего выхода, а это практически всегда говорит о том, что сигнал будет иметь профит, если не случится никаких непредвиденных событий. А теперь перейдем к самому главному – статистике. Что мы видим по результатам? Общий доход по стратегии у нас 77 и 21 процент. Процент прибыльных сделок нам не так важен, поскольку общий профит нас радует. Профит фактор равен 1,247, и это отличный результат. И всего закрытых сделок в нашей стратегии 24. После этого мы рассмотрим последний таймфрейм со стратегией, которая нам дает информацию о больших движениях цены, чтобы даже на среднем интервале в 4 часа мы видели отклонения. Такие стратегии вы сможете настраивать на любом интервале, даже на минутном графике и знать о каждом провале любого актива. Для этого вам нужна только подписка на премиум-версию индикатора. Ссылка на версии есть в шапке нашего канала. Теперь, когда мы посмотрели самые основные графики и знаем ситуацию, перейдем на более мелкие интервалы и посмотрим, какие и где были сигналы стратегии и VSA паттерны. Мы рассмотрим все промежуточные таймфреймы, о которых часто забывают трейдеры и тогда получим полную картину об инструменте. Итак, что мы видим на часовом интервале? Далее мы перейдем к двухчасовому таймфрейму, вы можете заметить разноцветные скользящие средние. Они показывают среднюю цену актива на разных временных интервалах и всегда выступают в качестве дополнительных уровней поддержки и сопротивления. Горизонтальные линии ⁇ это мощные сформированные уровни. Но в отличие от нарисованных на глаз, они автоматически наносятся на график индикатором только от реальных рыночных ситуаций, где присутствует сила больших игроков и уровень защищается. Что мы тут видим? Посмотрим на трехчасовой график. Часто торговые роботы могут работать именно тут. EVSA и VSA паттерны отлично отрабатывают на этом таймфрейме. Здесь и на других интервалах вы можете найти черные ромбики сверху и снизу свечей. Это сигналы дивергенции. Они даются тогда, когда на графике наблюдается расхождение цены актива и индикатора RSI. А значит, в скором времени рынок ожидает разворот тренда. Это дополнительный фактор для открытия позиции, особенно если в это время индикатор присылает сигнал на вход. Итак, давайте посмотрим. Теперь откроем один из популярных таймфреймов, четырехчасовой. Он не особо поворотливый, но сигналы на нем даются довольно мощные. Для быстрых активов они бывают одними из самых сильных. Еще нужно рассказать о голубых треугольниках, это сигналы объема. Они появляются тогда, когда объем торгов превышает среднее значение в несколько раз, что, как правило, подтверждает направление движения. Посмотрим на аналитику. Посмотрим, что у нас происходит на пятичасовом интервале. Хотелось бы сказать, что в разделе аналитики на нашем сайте вы можете найти все последние сигналы, прогнозы и много других данных в очень удобной таблице. Там же вы сможете найти информацию по огромному количеству финансовых инструментов. Эти данные актуальны и обновляются каждый день. А сейчас мы с вами перейдем к анализу. А мы двигаемся к шестичасовому таймфрейму. Хотелось бы сказать еще одну вещь. Прибыльность индикатора вы можете проверить в разделе «Статистики» на сайте. Там предоставлена в открытом доступе информация более чем по 87 тысячам активов, и в целом по рынкам прибыльность стратегии достигает 95%. Это невероятные данные, но они реальны. Вы больше нигде и никогда не найдете настолько детальной статистики по работе индикаторов. Потратьте немного времени и посмотрите. Открылась наша стратегия, и что мы тут видим? И мы переходим к очень интересному интервалу. Открываем 7-часовой график. Это удивительно, но на этом таймфрейме стратегия очень часто дает поразительное преимущество в точках входа. Хочется сказать, что если вам понравился такой формат видео и вы хотите сразу получать нашу аналитику, подписывайтесь на канал. Очень важно ее смотреть вовремя. Смотрим, что у нас на графике. А мы переходим на данные с 8-часового таймфрейма. Это очень мощный интервал.